Арсений Тарковский. «Новогодняя ночь», читает Павел Беседин. «Я не буду спать, ночью новогодней новую тетрадь я начну сегодня ради смысла дат и преображения с головы до пят, вплоть стихотворения. Год переберу, месяцы по строчке передам перу до последней точки, где оно во мне, или за дверями, в яве или сне, за семью морями, в пляске по снегам, белой круговерти, я не знаю сам, в чем мое бессмертие, но из декабря, брошусь к вам, живущим, вне календаря, наравне с грядущим, о, когда бы рук мне достало на год кончить новый круг, строчки сами лягут».